Олимпийские игры 2018 в Южной Корее завершены. Давайте подведем итоги. У Казахстана одна медаль. Бронзу принесла могулистка Юлия Галышева. Что ждет победительницу на родине? За бронзу она получит 75 тысяч долларов. На эти деньги, по ее словам, она сделает ремонт и купит новую машину маме. Премиальные также получит мужская сборная по шорт-треку. Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев, Абзал Ашгалиев и Еркебулан Шамуханов вошли в топ-6. Им гарантировано по 5 тысяч долларов. Еще 75 тысяч долларов будут распределены между тремя тренерами Галышевой. 15 тысяч выделят на тренеров шорт-трекистов. Всего из бюджета спортсменам и тренерам выплатят 185 тысяч долларов. Помимо выплат от правительства, спортсмены могут получить бонусы от областных акиматов и федераций. Спасибо нашей сборной! И удачи на следующей Олимпиаде!